От дальневосточных морепродуктов и мармелада ручной работы до монгольского трикотажа и яркой узбекской посуды. Сегодня в Чебоксарах открылась всероссийская ярмарка. Об этом далее. Я с вами прощаюсь. Сырые из Абхазии, рыбные деликатесы с Камчатки, оригинальные мясные угощения из Белоруссии. На ярмарке продукция от 70 предпринимателей со всей России. И не только. Мы привозим такие эксклюзивные позиции для вас, как вот балык из лосятины и нежнейшее мясо. У нас есть сыровяленые деликатесы, не имеющие аналогов ни на одном прилавке. Мясо идет из оленины, медвежатины и бустурмы армянского нам привезли из мраморной говядины с перцем. Именно эти деликатесы смогут стать главным украшением праздничного стола. Продукция-то вообще-то ценится у нас вроде. У нас в магазинах все равно выбор не такой большой, да? Здесь хоть есть что выбирать. И оценить, сравнить. Это и людей сближает, и народ видит, что в России есть еще и промыслы, и мед, и халва, и чай. Я доволен. Всем желающим предлагают продегустировать продукцию прямо на месте, оценить качество и выбрать товар по своему вкусу. Например, у стенда с мармеладом покупатели задерживаются особенно долго. Мы привезли натуральный мармелад, который произведен в Тверской области по уникальной технологии. Состав здесь натуральнейший. Содержится именно свежие ягоды, фрукты, и он изготовлен на основе пектина. На ярмарке можно не только выбрать вкусные и полезные продукты, но и обновить гардероб. Модникам и модницам предлагают теплую и уютную одежду из монгольского кашемира, легкие пушистые платки из Оренбурга, льняные платья из Костромы. А также здесь можно приобрести оригинальные подарки к предстоящим праздникам. Полотенца владимирские, очень красивый дизайн, красивые шикарные скатерти, салфеточки, чехлы на мягкую мебель турецкие, гобеленовые покрывала. Чтобы почувствовать колорит народов страны, не выезжая за пределы столицы Чувашии, достаточно прийти на всероссийскую ярмарку. Ярмарочный павильон развернулся у гипермаркета «Мегастрой» на Марпасадском шоссе.